Здравствуйте, в эфире Вести Медицина. Почти 400 объектов отремонтировано по программе модернизации за последние 2 года. Это и небольшие фельдшерско-акушерские пункты, и целые корпуса больниц. В областном онкодиспансере ремонты прошли и в поликлинике, и в стационаре. И все же главным новшеством стало то, что в обновленных помещениях онкодиспансера впервые открылись комнаты для лечения детей. Те, кому приходилось бывать в онкодиспансере и раньше, изменения заметят еще на входе. 2 здания – поликлиники и стационара – соединило просторное и светлое фойе. Добрый день. Добрый день. Все в белых халатах. Посмотреть, как изменились условия в областном онкологическом диспансере после проделанной работы, приехал глава региона. В течение 2 лет на ремонт учреждению было выделено 36 миллионов рублей. На эти деньги в должный вид привели поликлинику, операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации, торакальное. В химиотерапевтическом отделении не только выполнили ремонт, но и предусмотрели отдельный бокс для детей. Он состоит из 2 палат и санузла. В каждой палате может находиться ребенок и кто-то из родителей. Чтобы детишкам было комфортнее проходить лечение, в палатах телевизоры, а вместо однотонных стен яркие рисунки. Причем одна палата выполнена в морском стиле для мальчиков, а другая в розовых тонах для девочек. Рядом с детским боксом процедурный кабинет, который предназначен только для маленьких пациентов. У нас тут все здесь устраивает, все очень хорошо. Персонал тоже хороший. Красиво, ярко, очень нравится. Анечке тут вот эта комната особенно нравится. Детские палаты появились в онкодиспансере впервые. Они предназначены для детей в возрасте до 14 лет. В них созданы условия для пребывания и лечения даже самых маленьких пациентов, которые находятся на грудном вскармливании. Незадолго до открытия этих палат в диспансере появился и детский врач-онколог, и тоже впервые. Теперь все рекомендации федеральных клиник по лечению, в том числе химиотерапию, детишки смогут проходить здесь. За прошлый год в области было зарегистрировано почти 5000 случаев онкозаболеваний, в том числе 21 у детей. Ключевым элементом здоровья нации является забота человека о своем здоровье. И вот очень важно, чтобы там помимо новых палат, нового оборудования, новых операционных, у нас все-таки параллельно с этим менялось отношение людей к самим к себе, к собственному благополучию, к собственному здоровью. В Кировской травмбольнице на днях тоже продемонстрировали новшества в своей работе, но уже касающиеся использования нового оборудования и новых методик. Речь идет о лечении суставов. Без больших разрезов, потери крови и с максимальным косметическим эффектом операции на суставах проводятся с помощью специального прибора – артроскопа. В других регионах, как правило, это операции на коленных суставах, но в Кировской областной клинической больнице номер 3 освоили и с успехом применяют этот малоинвазивный метод при лечении плечевого, локтевого, тазобедренного и голеностопного суставов. За год специалисты травмбольницы проводят более 400 артроскопических операций при травмах суставах, разрывах связок, вывихах и других патологиях. Около 100 операций у детей. Делается у нас все это бесплатно абсолютно, по показаниям. Делается это бесплатно не только жителям нашего региона, но если речь идет о травме, бесплатно это делается жителям и других регионов. И такой опыт у нас есть. На операционном столе молодой мужчина с травмой колена. Необходима пластика одной из связок. После вывиха она практически отсутствует, и врачи на ее место пересадят здоровую ткань. Сейчас будет подчищен сустав и освобождено место для новой связки, которая трансплантат уже заготовлен, у нас на столике на рабочем стоит. Травматолог-ортопед делает 2-3 небольших отверстия. Одно для артроскопа, другое для хирургических инструментов. Преимущество этого метода перед традиционной открытой хирургией в том, что сустав не открывается полностью. Его наполняют физраствором и все манипуляции проводят бескровно. При этом врач видит все, что делает. Если не пластика связки, мы просто лечим сустав, там делаем резекцию, мениско сшиваем или убираем плохой хрящ. Хрящ можем полечить. Если пластику связки, то забираем трансплантат, создаем новую связку. У нас специальное оборудование, на котором мы сшиваем и моделируем связку. И потом через маленькие проколы эта связка устанавливается внутри колена и фиксируется стабильно. То есть она сразу уже несет нагрузку, может нести нагрузку, она сразу держит уже. Артроскопия в Кировской травмбольнице активно развивается, и в планах у врачей выполнять комбинированные операции. Например, открытую операцию на тазобедренном суставе одномоментно с артроскопией коленного сустава. На этом я прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания.